знаешь, о чем я думаю? Нет. Я думаю, что я самый счастливый человек на свете. Странно, правда? Меня только что хотели убить, а я счастлива. Мари, тебе надо уехать отсюда немедленно. Пойми, нам надо расстаться, иначе нельзя. Я могу причинить тебе горе, несчастье. Может быть, даже смерть. Хорошо, я отправлю тебя на несколько дней за город. Там ты будешь в безопасности. А через 3 дня я за тобой приеду. Хорошо? Хорошо.